Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим вот такую красоту жаркое в тыкве. Все такое получилось нежное, и сама тыква нежная, но и замечательно держит форму. Давайте готовить вместе. Первым делом нужно подготовить тыкву. Вынимаю крышечку, и теперь вот так я буду вычищать семечки ложкой. Куриные голени выкладываю на сковороду с достаточным количеством растительного масла. Посыпаю солью, специями, какие вы любите по вкусу. И обжариваю. Пока курица у меня обжаривается, займемся овощами. Картофель нарезаю кубиком. Курочка у меня уже немного поджарилась. Я ее переворачиваю со всех сторон. Обжариваю я на среднем и на медленном огне, чтобы не подгорело. И теперь сюда добавлю сейчас нарезанный кубиком лук репчатый. Следующий идет баклажан. Нарезаю крупным кубиком, ну, примерно как картофель. Морковь нарезаю кружочками. Теперь добавляю воду. Соли и потушу на среднем огне 15 минут. Капусту шинкую. Капусточку я немного подсаливаю и немного жму. Сильно мять не надо. Болгарский перец. Также еще добавляю помидорки черри. Я их не режу, прям целиком. И все остальные овощи. Все овощи нужно посолить по вкусу. Добавляем любые специи. Я добавляю приправу для корейской моркови. Черный молотый перчик. У меня есть приправа для кувырдака. И нарезаю сюда 3 зубчика чесночка. Все перемешиваю. Овощи берите количество по вкусу. Сейчас осень. Овощей много, они свежие. Вот такой у меня горшочек получился. Я его хорошо вычистила и теперь буду заполнять. Выкладываю овощи. Духовка у меня уже разогревается до 180 градусов. Овощи выложила.
Теперь выкладываю голени. И теперь заливаю бульоном, в котором я тушила голени. Накрываю крышкой. Ну вот и все. Жаркое готово. Какие царят ароматы, сока. Желаю вам приятного аппетита!